Друзья, я хотел поговорить сегодня о такой вещи, как гейт. Вообще-то я не имею особо никогда не пользовался этим гейтом, но я имею в виду в плане отсечения каких-то шумов. Вот обратите внимание, я сижу в комнате, у меня тихо. Гейн на преампе звуковой карты выкручен довольно-таки сильно, поэтому я говорю фактически шепотом, но уровень сигнала достаточно громкий. Вот, в качестве аудиоинтерфейса у меня сегодня на вход работает Apogee One. Ну, качество его предусилителя и конвертеров достаточно неплохое, известного производителя, так сказать. Вот. Но суть не в этом. Хороший интерфейс, хороший шнур, короткий XLR фирменный. Как бы почему этот шум? То есть остается еще один момент, это микрофон. Говорю я сейчас в микрофон Audio-Technica AT2020, который подсоединен в интерфейс Apogee One. Вот. Микрофон этот популярен, известен, он у меня давно. Он микрофон хороший, очень чувствительный. Но поскольку он дешевый, вот этот шум, отношение сигнал-шум дешевых микрофонов оставляет желать лучшего. И если вот мы пишем что-то такое тихое, акустическое, да и просто голос, вот подкаст, да, или это вот нахожусь я сейчас примерно в 20 сантиметрах от микрофона. Ну, даже вот отодвигаясь чуть дальше, сейчас примерно сантиметров 40 от микрофона. Но тем не менее, как бы шум слышен и приличный. Вот. При этом сейчас у меня ничего не работает особо. То есть ни компьютер, ноутбук не включен, ну, в смысле вентилятора его, никаких других шумов. Просто вот какой-то вот такой идет шум. Если я сейчас замолчу, вот вы увидите, что-то тут минус 45 децибел, всегда минус 50 присутствует при таком гейне. Вот, и можно ли и нужно ли избавляться от этого шума? Когда, конечно, вокалист поет в плотной аранжировке, поет поставленным распетым голосом, и отношение его, так сказать, уровня его среднего, да, назовем, ну, РМС его голоса, так сказать, к шуму довольно-таки высокое, то, конечно же, в общем-то, и ничего страшного. Мы его не услышим в миксе. Вот. Но в некоторых ситуациях как бы можно было бы от шума избавиться. Я начал экспериментировать со всякого рода гейтами и прочим, чтобы в реальном времени писать, ну, как бы этот шум не слышать. И вот, ну, и они все как бы, большая часть, там, у меня их немало. Мне не понравилось, как работает. Ни FabFilter Pro G, ни Logic-овский гейт, ни еще несколько каких-то. Но один меня приятно удивил. Вот. В общем-то, я скажу, что он прямо. Сейчас вы все увидите. Я говорю об изотоп Нейтрон 2 гейт. Вот. Берем пресет Dialog, Ultiband, Noise Floor Expander. Обратите внимание. Тишина полнейшая. Есть ли артефакт? Ну, конечно, немножко мы слышим какое-то
неприятный призвук в средней частоте. Но на самом деле ничего такого страшного в этом нет, в этом призвуке. Во всяком случае, никакой другой гейт-плагин не удавалось мне получить такого плавного, незаметного, так сказать, вступления гейта в работу. Всегда как бы у них там вкл-выкл, вот по такому принципу. Вот здесь он нарастает довольно плавно. Опять-таки можно все подстроить, трэшхолд и рейшо и так далее. Тут есть еще какой-то параметры. Вот хистерезис, холд. Здесь все по нулям, хистерезис. Покрутить, поиграть. Ну, поиграть с этими кроссоверами и сделать более точную настройку. Но даже в этом пресете, ну, обратите внимание, без него. Без него. С ним. Есть вариант подмешать его по вкусу. Что здесь еще есть? Режим Zero Latency. Ну, он дает небольшую задержку вот без этой кнопки, если в реальном времени записывать что-то, чтобы 352 сэмпла. И так нет ни одного сэмпла, то есть нулевая задержка. Что-то уже полезно. Разницу по CPU я ощутимую не заметил. С включенным режимом нулевой задержки или без него. Что еще бы можно было рекомендовать? Ну, перед гейтом, естественно, лучше поставить обрезной фильтр. Вот мы слышим, видите, ненужные частоты где-то там, всех по-разному. Еще конкретно в моем голосе нужно, наверное, все-таки чуть-чуть прибрать 200 Гц, 160, 200 бубнения. Вот, уже лучше. Вот, можно можно добавить какой-нибудь воздуха, да, как говорится, высоким частотам, чтобы было все ближе, красивее. Вот хороший эквалайзер Magic-Q. Ну, это может быть много, но вот так, например. И уже довольно годно все звучит. Да, это вот 65%, вот 100%. Тихо, прозрачно, читаемо для каких-то подкастов, для каких-то диалогов. То есть даже с таким дешевым микрофончиком, кейтом можно получить удобоваримый звук. Все, на этом все на сегодня. Спасибо. Пробуйте гейт, если нужно.